Антон, поздравляю вас с победой, поздравляю вас с сегодняшним Днем Защитника Отечества. Невероятная игра такая была ближе к концовке. За счет чего сегодня победила ваша команда? Наверное, за счет того, что в конце мы собрались, смогли навязать борьбу, и все-таки мы выиграли эту игру. Как готовилась команда к сегодняшнему матчу, несмотря на то, что в первом туре вы потерпели поражение? Честно говоря, мы хотели собраться, у нас не получилось потренироваться, поэтому приехали. Как с той игры, сразу сюда же, без всяких тренировок. В третьем туре вам предстоит сыграть с командой «Сильвин», которая победила ваших сегодняшних соперников со счетом 9-0. Как-то, может, знаете уже соперников, как будете готовиться к игре? С соперниками мы не играли. Как они играют, естественно, я не знаю. Но мы постараемся сделать свою игру, постараемся навязать борьбу и постараемся победить. Хорошо, большое спасибо. Поздравляю.